Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на Сиродми, ролеплей 4 сир. Моник здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить моник по регистрации. Также для вас, для моих подписчиков, есть специальный промокод. Итак, пишем команду MN, листаем вниз здесь, и здесь есть промокод. И вот такой вот промокод специально для моих подписчиков, он будет в описании. Когда вы его вводите, вам дается 50 тысяч, но для этого вам нужно отыграть 7 часов. Отыгрывайте 7 часов, вам дается сразу же 50 тысяч. Я думаю, довольно-таки неплохой бонус, поэтому пользуйтесь. Итак, как я думаю, вы поняли по названию, что я купил себе GTR. Сейчас я объясню, откуда эти деньги и так далее. За какие шиши я его купил вообще и откуда он у меня появился. Но, к сожалению, пацаны, серия, где я записывал, как я его покупал, она не записалась. Зачем она записалась, но я снимал не один, а со знакомым, с другим каналом. Поэтому его не было слышно. Мы совместно видео записывали. И, к сожалению, у меня в бандикаме не стояла галочка, чтобы было слышно компьютерный звук. И поэтому голос не записался, но я сейчас смонтирую, ставлю вам кадры какие-то, как я его покупал, чтобы вы хотя бы понять имели, как это происходило. И насчет того, что типа, кто пишет, что я продался, скатился, дизлайк, отписка, вас никто не держит. Если не хотите смотреть Радмир, не смотрите, вас не заставляют, понимаете? Мой основной доход — это YouTube. Я зарабатываю с него деньги, за эти деньги я живу. Я спокойно могу вот так взять, бросить все и пойти работать на завод, получать те же самые деньги, что я получаю в месяц с YouTube. Поэтому, как бы, решайте сами. Я специально для вас стараюсь, снимаю видосики. Если я уйду работать уже на завод, то в неделю там будет выходить по 2 видео, возможно. Возможно, там одно видео, в неделю там 2 видео будет выходить максимум. Потому что у меня не будет времени снимать для вас, как бы, видосики. Поэтому, я думаю, адекватные люди меня поймут, неадекватные — отпишитесь, я вас здесь не держу. Все, погнали. Так, приехали в банк. Мне нужно, во-первых, квартиру купить, потому что я не смог купить машину, которую я хочу, пацаны. Сейчас снимаем бабки. 5 миллионов, пацаны, да? Да-да-да. Заплатить за дом. А как тут стоп? А, это я не туда пошел. Так, мои счета, основной счет. Снять деньги. Вот, пацаны, 5 лямов. Ах, заебись. Погнали. Так, все, наконец-то я купил квартиру за 400 тысяч. Так, exit. Это еще банки, нужно ее платить, да? Так, короче, мы приехали в автосалон, пацаны. Наконец-то в элитный, блядь. Бомжи приехали в элитный автосалон. Блин, желтый был бы неплохой. Короче, покупаю. Купить. О, да. Да. Просто минус 4 лея. 300. Так, вот как бы этот GTR, в принципе, купил я его за 4 миллиона 300 тысяч. Мне выдали 5 миллионов, я этого не отрицаю, я врать вам не буду, мне смысла нету, как бы, я всегда честен со своей аудиторией. Купил я его за 4 миллиона 300 тысяч, также я купил себе квартиру за 400 тысяч, но к ней мы перейдем позже, в принципе. Как бы, да, мне выдали деньги, я купил себе GTR, в принципе, да, почему бы нет, как бы, я этого не скрываю. Давайте сядем в него, прокатимся на нем, в принципе, лок 1. Кстати, насчет Опеля, вот, у меня есть еще Опель Аскона, его, наверное, я кому-то дам, поэтому, пацаны, кто желает, заходите на Радмир завтра, скорее всего. Хотя, не знаю, не буду вам точно говорить, чтобы вы меня не ждали. Я просто поеду на спаун на этой машине и отдам первому попавшемуся человеку, короче, какой меня знает. Ну, либо какой меня не знает, как получится, в принципе. Почему именно GTR, пацаны? Да потому что я тестировал там все тачки практически, ну, на которые мне хватало денег. И самое быстрое среди них оказалось это GTR. Он едет 270 километров, пацаны. Это довольно-таки очень быстро. Просто смотрите, как он быстро ускоряется. Тем более это в стоке. Довольно-таки неплохо едет. Какие планы вообще по этому GTR-у? Я планирую его перекрасить и поставить на нее номера. Постараемся выбить какие-то красивые номера на этот GTR, в принципе. Потому что, ну, мне он очень нравится такой. Это GTR 2017 года. Очень довольно-таки неплохо выглядит. Я думал купить М4, но М4 медленная. Потом, что еще я хотел купить? Я хотел купить R8. Она стоит 3 с чем-то. Но она тоже медленная. А вот GTR довольно-таки быстрый. И это то, что мне, в принципе, нужно. Давайте перейдем к обзору квартирки, какую я купил. Так, улучшим двигатель. Все, фары пусть будут включены. Вон здесь он припаркован. Надо будет перепарковать Opel, потому что он уже спавно припаркован. И там
там бензина в нем нет, поэтому нужно будет с ним разобраться. Так, живу я, по-моему, на втором этаже, если я не ошибаюсь, да. Вот это моя 8-я квартирка, можете в гости там заходить, вот, легенда Путбуль. 400 тысяч стоит квартирка. Обычная квартирка, в принципе, вот, тут у нас толчок есть, тут у нас есть кухонька, в принципе, здесь у нас спальня есть, ну, нормальная квартирка. Я купил ради того, чтобы купить просто ГТР, потому что на родной такая система, если у вас нет квартиры, можете только купить машину низкого класса, а с квартиры можете купить машину среднего и высокого класса, поэтому вот такие вот прикольчики здесь. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, кто желает со мной играть, все будет в описании, пацаны. На Радмире можно играть как с лаунчером, так и без, поэтому кто желает, заходите, буду вас ждать. Встретимся в следующих сериях. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.